Самое время ворваться обратно в дотку, и на ваших экранах тем временем последняя версия турнирной таблицы. Как вы видите, Fnatic и ДК возглавляют группу А, кто бы мог подумать, Dignitas LGD на втором месте, но сейчас решается судьба как раз-таки, ну, точнее, на третьем-четвертом. Кто на третьем, а кто на четвертом? Кто выигрывает, тот и окажется выше. Ну, я думаю, что хватит с вас таблички, и уже будем смотреть игру. Да, конечно, Dignitas фурор произвели, обыграв LGD, это круто. И что у нас получается? Пока что у нас получается только одна, нет, только две команды остались без поражений. Это Alliance из группы Б, и это Tong Fu из группы Б. Это с две команды, не проигравшие ни одной игры, ни одной карты. Но Alliance играют сейчас вторую против IG, и там все может быть по-другому совсем. Посмотрим, что там будет. Да, в группе А, конечно. Огонь, просто огонь, по-другому не скажешь. А, параллельно у нас идут матчи, я так понимаю, Зенит Нави только собирается как-то начинаться. Rattlesnake LGD International сыграли 1-1, это достаточно большой сюрприз для меня лично. То есть Rattlesnake имеют... По сути дела, у нас две команды осталось, которые не выиграли ни одной игры, это UFC и Orange. Да, и что у нас получается? Rattlesnake остались на предпоследнем месте, обогнав Orange, но LGD 2-2. Это хорошо, для, опять же, для ВП. Видим, что Dignitas забирают опять профита, забирают ДК в бане, Алхимик в бане Бэтрайдер. Все-таки не понравилось им играть против Алхимика, но и Висплайстер, Лайфстиллер от LGD. Деваурер плюс Чен от LGD, посмотрим. Нет, стрим должен был включиться. Стрим просто с... Иногда такие будут стратежные стоп-старты, вы не пугайтесь. Это делается для того, чтобы удобнее было воду отрезать. То есть слишком долго там экстримчик просил делать стоп-старты. Ну и вот я как бы сделал. Это, я думаю, последний на сегодня, потому что у меня остается всего три игры. Это LGD против Dignitas, которую мы смотрим сейчас. И после этого еще пара игр. Tong Fu и Liquid. Параллельно будут играть Orange VP. Да, завтра, конечно, пойдет у нас Жарилова, потому что Fnatic LGD с вечера. Дальше Ликвиды, Альянсов посмотрю завтра, на что они способны. И куча игр LGD. LGD International, LGD China, Zenit как раз-таки. Немножко наркомании мне тоже подарят. Ну, в последний день уже... Будет весело. ВП также завтра важнейшие игры. Ну, в общем-то, сегодня у нас будут какие-то первые наметки. Завтра уже практически очень многое станет ясно. И в последний день будут решаться, ну, вот самые какие-то там буквально там плюс одна, плюс две позиции. Ну, уже что-то будет прямо кардинально изменить тяжело в последний день. Это факт. Говорят, что там какая-то была сумасшедшая игра Orange и Liquid. LGD's turn to ban. Team Dignitas's turn to ban. А кто выиграл, непонятно до сих пор. Игра, где ребята дефили мега крипов, что там было, подробнее я вам не могу сказать. И Orange победили! Вот это жестко. Reserve time.
Team Dignitas's turn to pick. Orange, красавцы. Да, и теперь, по сути дела, они набирают первые очки, и у Ликвидов еще одно очко срезают. Но для ВП это реально идеальный расклад. Самим бы только побеждать. Самим бы только побеждать. Потому что, по сути дела, у Оранжей одно очко, у Ликвидов два очка. У ВП, правда, тоже одно, но они с Оранжами играют, могут привести победу. Итак, у нас тем временем Тимберсо, Деваур, Рычен от LGD, они решили немного подупороться сами, выбрав такой достаточно интересную стратегию через Деваура и Тимберсо. Достаточно все более спокойно у Дигнитас. Это ДК, Нечер Профит и Бэйн. Да, вот он, третий Интернешнл. Кого здесь... Что кого-то удивляет? Тимберсо вас удивляет? Или Деваура? Или, может быть, Сикер, который был у Зенит? Меня нет, абсолютно. Reserve time. Razor. Razor от Dignitas. LGD's turn to pick. Вы не находите, что команды тупо свапнулись пиками? То есть вместо Чена взяли Инчу себе LGD, взяли себе Шреддера, который был у Дигнитас, Дигнитас забрали своего же Фура, но взяли Бэйна и Разора, который был у LGD в прошлый раз. Это достаточно интересно. Да, Твиттер просто разрывается. Его читать просто невозможно. Не, наверное, вы еще можете почитать. Но как бы я вообще никак. Я только его открываю, отписываю и закрываю. Потому что такой поток информации бешеный. Shadow Demon от LGD. Последние баны, 20 секунд у Dignitas на размышление осталось. Медуза запрещена в ЦМ до сих пор. Ликвиды дефили мега-крипов. Там, в общем, походу, стандартная тема была. Оранж привезли огромное преимущество, но никак не могли закончить игру. Тем не менее, 1-1 Orange Liquid. Это уже достаточно неплохо ничьих так добавилось. Антимаг в бане от Dignitas. И последний бан команды LGD. Вообще, я буду болеть за Dignitas, ну потому что это как-то что ли... Я даже не знаю... Я даже не знаю, как это называется. Настоящий эпик в игре Orange Liquid. Вторая карта затянулась на 73 минуты. Офигеть. Официальный твиттер Virtus.pro сообщает. Ну вот оно и терпилово пошло. Ну что ж, это получается, это вторая карта, только они закончили. И сейчас только первую начнут. А у нас тем временем уже к финальной серии все приближается. LGD забирают Кунку, Dignitas, Enchantress. Ну что, либо Кунка сейчас выиграет для LGD, принесет им еще одно очко и сделает ситуацию в целом по турниру достаточно неплохой. Либо Dignitas сейчас сильно осложняет жизнь LGD, а сами наоборот будут иметь отличные шансы. И это будет достаточно грозной сенсацией. Да, вот Lost поясняет. В общем, я так понял, больше всех пострадал Lost в игре Orange и Ликвидов, потому что он, говорит, просто сгорел. Там. Это же тот самый меч из компендиума, да?
Да, это тот самый, у меня такой как раз-таки выпал. На меч на Кунку. На Вингу, говорят, еще был прикольный какой-то скин. Ну, сейчас посмотрим, меч на Кунку поможет тебе, Ксяо, или нет. Диди ночение. Очень похожий какой-то такой вот суммарный пик на то, что игралось против ДК, и там LGD смогли потащить. Посмотрим, что будет против Dignitas. Не знаю, всегда болел за LGD, и тут вдруг вот просто вот хочу я, чтобы Dignitas потащили. Просто ребята, на которых мало кто ставил. Ботом-ботом. Я помню, перед вторым интом, потом-ботом, их тогда не позвали, выиграли какую-то лигу, все начали говорить о них, их позвали в Dignitas, что-то медленно раскачивались, и вот они уже на втором интернешнале обыгрывают LGD. 2 года потребовалось. Нет, не 2 года, ну 1,5 года, по-моему, потребовалось им для того, чтобы, или год где-то, достигнуть вот этого топового уровня. Не знаю, сколько там работы было проделано, но видно, что немало. Теперь Dignitas действительно та команда, которая может тащить. The battle begins. Ну что ж. LGD. Аю внизу будет играть на Розоре против Яо на Шреддере. В хардлайне Фогет помогать будет, судя по всему, Розору. Энчантер скачает лес. Диди тоже ночей не качает лес. Кунка против Снейкинга на миде. Снейкинг пока что потрясающе отыгрывает. Настоящий убийца динозавров. Все, пошла в хоста. Там какую-то супер гифку скидывают. Да, я понял, что это за гифка. Я этот момент пропустил. Это, видимо, когда счет был 6-6 и стал 10-6 в пользу Нави. Великолепный вакуум Дарксира под ульты Сефа. Там просто чудовищный. Ну вот, вот насколько сильно они умеют применять эти комбо, конечно, Нави в этом сильны. Очень сильны. Ну что, мы видим пока что у Чена и у Кунки дела в порядке, у Розора, в принципе, тоже. Снейкинг терпит достаточно серьезно. А на верхней линии достаточно неплохо себя ощущает Деваурер против Профита. 6-3, Профит 3-2. Юниверсу тяжело здесь будет определенно. Ксяо замахивается торрентом. Shadow Demon забрал реген. Похоже на даблу Кунка Shadow Demon. Кстати говоря, вот именно поэтому у Shadow Demon такой большой винрейт у LGD, потому что, как правило, они играют вместе с Кункой в паре. И это действительно очень опасно получается. Яо пытается стилить крипов, не давать фармить. И, в принципе, что-то у него получается. Да, ДК очень тяжело будет в этой игре. Посмотрим, как Снейкинг будет выкарабкиваться из такой ситуации. Есть у него бутылка. Бутылка и четвертый левел. Кунки почти четвертый и второй Shadow Demon. Ну вот одна ошибка от Снейкинг. Так, торрент с китом. Ну, даже не стал кидать Soul Catcher, понимая, что это так, профилактический. Лезть под вышку ДК, конечно, не очень хочется. Даже сказал, очень не хочется. Это больно уже было. Смайл умирает от крипов даже, гифочка. Огонь. Смайл. Красава. Выводит штормовую гарпию.
Не знаю, насколько она сильно поможет. Тут как бы самому не встрять. Ну, штурмовая гарпия нормально, на самом деле, прохорашивает пока что. Маны у нее очень много. Да, вот Шаду Демона совсем плохо стало. Ну, Кунка нормально, терпит пока что. Тем временем, Way to Sexy продолжает раскачку лесной Enchantress. 3,5 левел. У Чена уже тем временем. Да, Чен обогнал достаточно солидно. И ФБ забирает ДК. Какой фейспалм. Команда LGD. Ну вот он, Snake King. Ой-ой-ой, Snake King. Ты такой Snake King. Еще и подходит. Что творит? Да. Гарпия плюс дыхание. Влетели в Shadow Demon. DDC не успел среагировать. И просто-напросто взял и убил DDC. В такой сложной дабле. Дабла очень сложная, действительно. Но поймал на ошибки и сделал важнейший фраг. Ну и что теперь? Snake King 6. Его все равно можно убивать. Ой, DDC. Ну как он играет? Да, Snake King. Snake King пока что своей команде привез большое преимущество. Но с другой стороны, очень... Неважно, дела у Enchantress относительно Чена. Тут Чен может быть с очень быстрой мекой. Посмотрите, насколько быстрой мекой. Плюс еще этот корабль Кунки. Плюс 6 левел уже есть. То есть уже может где-то помогать в случае каких-то неприятностей. Яо. 3 крипа? Это серьезно? То есть Snake King выиграл линию против Бестмастера в хлам, а у тебя 3 крипа. Да, конечно, Шреддер с 3 крипами — это плохой Шреддер. Подкачал немножечко урона Аю. Да, вот вам и Snake King. Профит. Минус 6 инты. Печально все у Профита. Сколько у него крипов? 13. У Деваура 37. Да, действительно все печально. Более чем. Мультиспаун тем временем забирает Enchantress. Ну, Чен практически с мекой. Хорошие, мне нравятся такие стратегии тайминговые. Быстрые меки сейчас пойдут куда-то кого-то убивать. Значит, Devourer не будет покупать меку. У Devourer вообще какой-то... Ну, это форстаф, наверное, вряд ли это догон, конечно. Ну, было бы забавно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, это минус Snake King должен быть. Хотя живет, Snake King живет, но нет, слишком много урона забирает ядом его Shadow Demon. Первый яд всего лишь. Ну, здесь, конечно, очень опасно. Тем временем Nature Profit убивает соло очень спокойно. Сайлор. Сайлор на Деваурере. Через ульт на 8 левеле убивает Nature Profit. Да, и вот разом вроде как было все не так уж хорошо, ну, из-за этого мида, но... Все было хорошо на остальных линиях, за исключением Шреддера. Сейчас на миде все уже достаточно хорошо. В лесу Чен через 40 монет мека. Мека на 7.20, на 7.30 ищет, чтобы ему закрепить. Вот, нашел, кажется. Кажется, нашел Чен. Забирает крипа себе. 7 левел на 7 минуте и мека. На 8 минуте. Это очень круто. Ксяо. Один-одинешник. Его нужно выходить и убивать. Но пока думают о том, что происходит Dignitas, Shadow Demon уже вернется. Хотя вот сейчас момент идеальный. Ну что? Ой, как хорошо. И Shadow Demon не успеет. Он очень далеко. Кунка умирает. Вторая смерть на миде. На этот раз Кунка. Shadow Demon перетягивался куда-то вверх. Что делает DDC? Я не понимаю. Замедляют его спокойно. Юниор слетает, но DDC просто отвратительно сыграл. Между прочим, у Чена есть мека и ульт. Я не знаю, почему он не попытался дать хотя бы что-то в кунку. Наверное, потому что просто-напросто это не помогло бы. На ровном месте отдает парочку фрагов. Тем не менее, у Сайлора все очень хорошо в этой игре. И Сайлор как раз-таки на такой стадии очень сильно решает. Сетка. Корабль, торрент. Ну, хоть что-нибудь попадет или нет. А ничего уже нету. Стан Кентавра.
Деваурер прячет Nature's Prophet. Айо, отличный плазма филд. Nature's Prophet, поздно, торрент. Сайлор летит дальше. Сайлор, есть форстав. Сайлор. Как далеко зайдет? Прячет Enchantress. Много урона. Нет ульта. Есть мека, плюс ульт, учена. Ну, нужно этим как-то пользоваться, что ли? Нет, отходит. Отходит, решают не юзать ничего. Восстанавливается пока всю ману Кларити. Восьмой левел, и вот она ульта. Но, судя по всему, лишь решили разойтись миром. Дигнитас. Хочет шестой очень сильно Бейн. Итак, девятый Сайлор, на десятом возьмет Аркейн Орб. Ну и главное, на одиннадцатом вторая ульта, наносящая много урона. Снейкинг по-прежнему 2-1-1 для его позиции. Вот конкретно, стоя против Кунки Шадоу Демона, имеет на ДК на 10-й минуте 2-1 и достаточно неплохой крипстат. Тридцаточка, это солидно. Бейн. Ой, вот это Бейн, вот это Бейн. И даже вот сейчас не поймут, где он. Ой-ой-ой, Бейн. Отхиливается, сон. Шадоу Демон будет Бейна. Просто тест ему, Диди. Контрольный отвесил. Будут пытаться сейчас задефить вышку. Снейкинг разультился. Видим, что прилетает сюда Кунка. Кидает торрент. Ну нет, его, конечно, не убить. Абсолютно спокойно бэкует Кунка. Минус вышка. Стан. Шреддер продамаживает. Есть ли какая-то просветка? Неужели нету никакой просветки? Действительно нету. Прячут Enchantress. Ну, вряд ли здесь что-то получится сделать на развороте. Еще и ДК палится. Какая ульта. Очень много урона. Ульт от Nature Prophet. Ульт от Чена. Enchantress живет. Сюда же влетает Nature Prophet. Здесь же Фогет. Фогет может получить шестой. Ох, как играет Сайлор. Но нужна еще какая-то поддержка. Ой, какой плазмофилд от Разора. И тут же умирает Сайлор. И Дигнитас опять идут вперед. Да что это творят Дигнитас? Одни из самых явных аутсайдеров. Мне прямо сейчас хочется открыть и посмотреть, какое место им пророчили-то. Вот просто какое место им пророчили все мы, все аналитики. Сейчас мы это узнаем. Обязательно. В любом случае, в игре у нас пока небольшое затишье. Вот, нашел. Вилат топ-10, Инмейт топ-6, Туски 13, Тубиван 16, Хулимастер 15, Ксео 13-16, Факер 13-16, Экстримчик 15, Каспер 12, Матрикс 9-12, Квантики 10, Флай 15, я 14. Ну то есть... Ну тут как бы непонятно, но в любом случае, там, если ты попадаешь в Венера, это уже ты точно не топ 16-13. Ты уже как минимум 12-й или даже... Ну да, как минимум ты 12-й. Как минимум. Или, возможно, как минимум даже не 12-й, а какой-нибудь 10-й. Я точно не помню, как там выглядит сетка. Ну и пока шансы попасть в Венера огромные. Ульт, Nature Prophet. Стан. Сайлор умирает еще раз. Тэп-аут от Бэйна. Шикарный тэп-аут. И причем тэп-аут не просто куда-то. Хватает Чена. Нужно прятать. Прячет очень вовремя. Какое дыхание. Куча урона. Тут же входит мега. Пошел корабль. Корабль поздно. Но станет одного. Стан. Вбивает гвоздь. Очень много урона Фогету. Ну Чен-то зря здесь может остался. Отхиливается Фогет. Плазма Филд. Наносит много урона.
Крипы очень битые. Ну и сейчас просто забирать вышку. Совсем не скоординированно действует LGD. Нужно сначала въезжал, чтобы корабль уже с бафом корабля драться. У них получается корабль как-то в самом конце. 8-3, Dignitas. Я верю в то, что Dignitas сейчас могут одолеть. Ну а почему нет? В первой игре получилось, почему нет во второй? И объективно хорошо играют. Нету какого-то там, я не знаю, лака чудовищного. Все здорово, просто делают, просто играют лучше, чем LGD. Фогет. Фогет опасен. Здесь же в эту секси и Аю. Аю с мекой. Мека на разоре. Вот вам какой. Snake King подбирается к Shadow Blade, без БКБ решает сыграть. Devourer проклинает кентавра, кентавр... Да, умирает, тем временем схватили Чена, ульт Nature Prophet, Чена нужно убить до хила. Чен успевает захилиться, есть еще ульта. Чен, отличный форстаф от Devourer. Хороший тимплей, но здесь Snake King станет DD. DDC, пошел ульт от Чена, корабль, какой корабль, боже мой! Что творят LGD? Но до сих пор живы Dignitas. Стан. Разор убивает Devourer'а. Enchantress минус. Разор до сих пор живой. Минусует Чен. Аю. Несмотря на сумасшедшее вомба-комбо. До сих пор являются... До сих пор все очень здорово. Берлингдесом. Уходит дальше, получает стан, улетает очень далеко и нужно отсюда как-то спасаться. Куча урона получает Яо, выходит, абсолютно нету маны. И это минус Яо. Аю 6-0-2, разор. Snake King 3-1-8, соло мид ДК против двух героев. Корабль был шикарный, корабль был абсолютно во всех. В трех героев, ну, в трех героев точно был, это очень много. Но, тем не менее, не смогли забрать никого. Такой корабль мог быть только в артстайле. Айо. Да, шикарный разор. Просто вот почувствуйте разницу. Вчера я это говорил про китайцев. То есть почувствуйте разницу. Визаж китайцев и визаж западный. Ну, опять же, Dignitas какой-то поймали свою волну. Я не знаю, что случилось с Dignitas'ами. Между первой игрой, где они играли с ДК, и между игрой, где они сейчас играют с LGD. Матчем UFC придал им сил. Развалили MUFC и подумали, что чемпионы. И подумав, что чемпионы, начали всех месить. ДК. Очень больно ДК. ДК, наверное, не выживет. Да, огромный урон в ДК. Разор накачивает кучу урона. Всю ману просто, весь урон из Devourer'а высасывает. Сейчас одна тычка. Вы посмотрите, что творит Разор. И бежит дальше. У него плюс 200 с кучей урона. Минус Кунка. Яо. Яо бежит. Есть у него еще. Нужно уходить ему все... Изо всех сил. Да, и Яо, кажется, уходит. Нет, не уходит. Разор его достигает. Викид Сик. Сэндж купил себе разор. Это 3 в 1. В ДК вошло абсолютно все. ДК убили. Дальше опять не смогли. Это 15-6. No luck. Only skill. Dignitas. Топ-1 International. Торрент. Отличный торрент. По всем крипам. 15-6. 18-я минута. 19-я минута. Ну, стрим Мейлшторма.
одна игра Virtus.pro была как исключение. Все остальные игры, 20-я минута, ГГВП, можно писать. Прямо сейчас, LGD. Это будет либо очень крутой камбэк, либо это будет... Все по стандартику. Просто вот сразу я могу сказать, на стриме, где Lost комментирует, там будут мега затяжные игры. Где бы он, неважно кому, даже если он ко мне зайдет, он как бы перебьет, и будет затяжная игра. Ну, если у меня просто по дефолту никого нет, то это будет 20 минут. А что тянуть-то? Дота как бы намекает. Не надо комментировать много. Покомментил немножечко и хватит. Да, но я думаю, что как раз-таки LGD не очень смешно сейчас. И всем командам, которые... И Дигнитасам, когда они играли с ДК. Shadow Demon. Классический Shadow Demon. 1-4 с сапогом. На 20-й минуте. Вот и ничего, все получше. Snake King. Ему БКБшку бы. Он вот купил Shadow Blade. БКБшку бы. Ну, Shadow Blade сейчас инициировать, может, будет классно. Забегает. Идет Devourer, Devourer! Чуть-чуть не подставился. Могли бы зацепить. Но просто его цепляешь, он... Его ТП-шит Чен, огромный отхил. 11-й левел, потому что уже есть. ДД. Да, зато у него есть ДД. Начинает поджигать вышку потихоньку. Ну, даже не потихоньку, учитывая, что у него ДД. Не может никак переагрить. Не попадает зато на торрент из-за того, что затупил, не смог переагрить вышку. Пришлось летать дальше. Не попал на торрент, спокойно забирает вышку. Идет дальше. Просветка. И приходится остановиться. Ну и ладно. Забрал вышку. Вынудил просветку потратить Shadow Demon. У которого и так там... Денег нет. Хорошо. Я думаю, Дигнитас довольна. БКБ собирает, конечно. Тут просто, тут все просто. Shadow Blade и БКБ. БКБ и Shadow Blade. Ну что, 6 вышек. Офигеть. Вы посмотрите на карту. 6-0 по вышкам. Это 6-0 по вышкам. Это 15 тысяч преимущества Дигнитас. Позовите сюда Вилата, я хочу послушать, что он скажет. Главный хейтерок Дигнитас. Может, мне стоит... Ну, хотя и так, я ВП спрогнозировал 13 место. Надо было 16 ставить, и говорит, они вообще ничего не смогут. И всех заставить так сказать. Да, ну вот на данный момент, по-моему, это самая крупная такая сенсация. В принципе, все остальные матчи закончились, ну, где-то там чуть не так. Но то, что Rattlesnake обыграли Квантиков, тоже не так ожидаемо. Но вот то, что Dignitas бесшансово убивают LGD, абсолютно... Все, сейчас пойдут на Рошана, и никто им не помешает. Абсолютно неубиваемый Разор, у которого 17 армора, Саша Яша... Ну, у него Саша Яша плюс пассивка, у него скорость передвижения без включенных фейзов. Сейчас мы посмотрим, где это. Боже, я не могу найти скорость передвижения Разора. Что за нубас? А, вот она. 400... Вот уже написано. 448. Без включенных фейзов. С фейзами 503. При этом он еще очень жирный, еще с мейкой и стиками. Ну, как бы, что тут сказать? Скоро будет Хиксуля, вот что я могу сказать. Ну да. Пятнадцать-шесть. Enchantress Aghanim. 24-я минута игры. Dignitas идут заканчивать. И
приносить себе вторую победу. Ну, относительно победы над MUFC, это что-то. Мне, конечно, Snake King молодец, все дела, но вот это вот 7.04 разор, это дорогого стоит. 0.3 Кунка. Ксяо в своем репертуаре. Ксяо отыграл на уровне. Вместе с ним DDC в этой игре. В первой игре он соло слил игру. Ну, не слил игру, он слил линию. Помог слить игру. Скажем так. Ну что, как будет заходить? В принципе, тут дефит-то, ну, не сказать, что прям огромное количество спылов, которыми очень, ну, можно как-то не давать заходить на рампу. Здесь все вполне реально. Правда, нету БКБ еще у Снейкинга. Может быть, из-за этого не захотят. Но преимущество-то огромное. Они должны видеть, что по артам там ничего нету. Чудо-смоук. Чудо-смоук и атака на ДК с Аегисом. Ну, это, я думаю, все, что нужно, чтобы слить игру сейчас. Великолепно. Хорош. Разор уже забегает с плазма Финлон, с включенным ультом. Разор! Что творит Разор? Мека, ульт. Разор один разбивает кабину всем абсолютно. Ульт в Ксяо 8. Ксяо 8. Сейчас получит стан. Нет, его прячут. Очень вовремя Деваур. Но Чен уже упал. Хилы кончились. Яо падает. Ксяо падает. Разор идет дальше. Разор не знает слова отступать. 8.07. ГГ пишут LGD, это просто сенсация. Dignitas. Браво, просто браво. Как бы я не любил LGD, но таким невозможно просто вот не восхищаться. Выходят против топовых китайцев ребята, которые ничего не выиграли толком, которых все считали аутсайдерами. Все считали, что будут они там трястись, молодые и неопытные. Вышли, увидели.